Я должен сказать, что зоопарк сейчас нормально работает. Люди выходят на работу, убирают и кормят у животных. Из животных никто не пострадал, из людей тоже. Ну, безусловно, это стресс. Стресс, когда у нас 27-го ночью, здесь буквально в 600 метров от зоопарка был танковый бой. И были выстрелы, сражения. Конечно, наши животные очень переживали, потому что в зоопарке было темно, они ничего не видели, не понимали, что происходит. Но...